Привет, рад тебя видеть. Меня зовут Андрей, и я председатель студенческого совета Института социально-гуманитарного образования Московского педагогического государственного университета. Привет, абитуриент! Меня зовут Анна Степанова, и я студентка Института социально-гуманитарного образования Московского педагогического государственного университета. В нашем студенческом совете есть 6 направлений работы. Научный сектор, спортивный сектор, сектор по работе со школами, добровольческий сектор, команда пресс-службы и творческая студия. Если ты мечтаешь получить качественное образование и стать востребованным учителем, юристом, социологом, культурологом, менеджером или государственным служащим, то тебе определенно к нам. Зачем мы существуем? Мы существуем, чтобы сделать жизнь наших студентов более яркой и насыщенной, чтобы студенчество осталось в их памяти лучшим временем их жизни. Наши студенты стажируются в ведущих университетах мира, а практику мы проходим уже начиная со второго курса. У нас более 30 баз для практики, в том числе и Государственная Дума Российской Федерации. И я, и мои коллеги открыты к общению, ты можешь писать нам, задавать свои вопросы в нашей группе ВКонтакте. Институт социально-гуманитарного образования, Московский педагогический государственный университет. Удачи! Лучшие гуманитарные специалисты у нас. До встречи!